всем привет! Мы решили сделать себе мужской праздник и выбрались на танковую дорогу. По тачкам у нас едет Самурай, Паджеро 2, Тирана, есть у нас два Ниваса, Паджерик 3, там Гранд Чироки и еще вот такой вот с нами едет Бухобус. У него какие-то... Оу, ёшкин кот! Сидит Андрюха. Третий Паджеро, Коля, тоже не может вылезти. На данный момент мы оставили три машины. Это Бухобус, Нива и Паджеро третий. Ой-ой-ой, как хорошо. Вот это спецэффекты. Подъезжаем к низовине. Нива держится между тракторной колеей, чтобы сильно ее не кренило. И вроде даже как у нее это все получается. Пока что у нас все отлично. Ой-ой-ой, хорошая, хорошая ужица. Еще одна, я так вижу, будет добротная. Борется. Стоямба. Рубится первым самурайчик. А хорошая такая колюжа, да? Прошел. Пытается вырваться с коли, колея его не отпускает. В общем, пускай так постоит. Так, Дима. Больше всего я теперь переживаю за Диму. Черт. Кажется, Дима сел. И на этот раз нет. Расшевелю машину. А значит, дело будет. Главное, чтобы он не поставил ее между колейкой. Все, проходит. Отлично. Тяжело ему на такой сликовой практически, ну не сликовой, ну асфальтной, грубо говоря, резине бороться здесь. Молодец, проехал. Юрец. Я смотрю, что парни, наверное, уже специально берут какие-то траектория нестандартная, чтобы было веселее. Так, Юрец выехал. Идет Саня. Секунду. Все, отлично. Едем дальше. Отправляемся вперед. На поиски приключений на свою опу. Ах, хорошая. Вот дальше еще и будет ужаса интересная. Так, вот только единственное, что мне вообще сверху вот так вот сидеть и смотреть на все происходящее довольно интересно. Но вот смущают вот эти вот ветки всякие, которые иногда попадаются на пути. Оч! Ой, хорошая! Переваливается. Давай. Первая. Тащится. Тащится. Молодец. Так. Давай. Глубокая колея.
лезет. Хотя прям на пределе идет. Я слышу, как тяжело машине. Давай. Стоять! Не дождались. Отмашки опять. Надо давать им сды за такое. Полный рассекон движения, ребят, не успеваю. А снять тут оказывается, пока снимаю дальнюю лужу, а здесь под носом у меня показывает Саня виражи. Монгол пролетает. Дима уже потерял несколько цепей. Ему сейчас сложнее. Вот зря он, кстати, берет не по накатанной. Так, там вижу, прыгнул и борется у нас Юрец. Дима, не знаю, подзасел, не подзасел. Сейчас будем смотреть. Вот ошибка его, то, что он пошел не по накатанной, а начал сам прорезать колею, а там на самом деле размокший грунт, и вот он подсел. И снова в путь, друзья. Так, а что нам покажет эта лужица? В принципе, проходная. В принципе, все проходное. Тормозника. Стой! Стоим! Да, слушаю. Что ты нас услышишь, Монгол? Серега, это ты? Дима, куда? Хороший бугорок. Вот. Я чувствую, надо держаться. Еще Тора, да. Возможно, да. Возможно, это она. Ужас моей мечты. Вот. Давай. Хорошенькая. Тормознись. Самое главное, что идем пока без потерь. Все отлично прощимливаются. Едем дальше. Дима уже ищет объездочки. Без цепей ему сложно. Секунду.
такая хорошая грязь, которую надо пробивать. Воды мало, колеса моются плохо, и нивки тяжело ползти. Нива лезет, Нива прет. Это вот зря, возможно, прыгнул. Нормально, нормально, нормально. Пошел, 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 пошел. Стоять. Самурай пошел по другому краю, чтобы было интересней. Давай, Димон. А. Эч, стой! Стой! Ты куда? Я не успеваю. Не, ничего, я не говорил ничего. Так. Сложности у Димона. Оказывается, нехватка цепей, особенно пока в луже и моется резина, он едет довольно неплохо, но как только выезжает на такую глинистую поверхность, вот тут он начинает буксовать. Саня вообще между каликой поехал. Все, окей, движемся дальше. Интересно, интересно. Стой! Рубятся пацаны. Сейчас должны показаться на горизонте. Монгол. Во, как тяжело-то. Нормально проехал. Выбирает маршрут Юра. А вот Димон. Ему главное вылезти оттуда. А он не вылезет, самурай помешал, наверное, разлочек взять. Монгол, проедь! Вывешивание, колесо правое у него висит в воздухе. Чуть в сторону. Ему бы да, дать нужды сейчас. Надо разгончик. Так, 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 еще чуть-чуть. Вырывается. Отлично.
дальше, да? Поехали дальше. Нет, там хорошо. Вот там вот. Там. Поехали! Разведка сообщает, что дальше будет еще интересней. Поехали! Поехали! Едем дальше. Говорят, дальше еще интересней. Это реально, да? Так, а что-то Нинка подутонула. Поля. Эффектно проезжает Юрьев. Маща! Так, что там, забрызгал, не забрызгал? Едем, едем! Фонтан их, конечно, пускает, он там зачетный. Хороша дорога. Ой. Так, расколбас, откуда полетел? Это что, дождь пошел? Блин, а? Как же ж ты не вовремя. Красиво! Не достали! Эффектно! Не достать? Не, это для Запчасти собираем. Цепи. На обратную дорогу все на цепи. Цепи находятся, да? Да. Лишние запчасти. Во, я думаю, что у меня, блин, брызги полетели. Это, оказывается, ты окна моешь. А вот дальше я не верю своим глазам там. Стой, 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 стой. Пускай подъедут все, а то они порасходились. Походу, там. Походу, надо спрыгивать. Куда ты поедешь? Куда? Бросается в бой Гранд, притом эффектно. Какую волну погнал, а? Красавчиком проходит, ждем следующих. Монгол на самурая.
Скажем так, потом, как машины проезжают, да, участок красивый, довольно-таки глубокий, хорошей протяженностью, но почва машины держит. Не ВАЗ, на котором я езжу на крыше. А не ВАЗик глубоковато. Но главное что? Главное не завздел и проехал. О, вот сейчас будет действительно интересно. Заезжает Димон. Вот за него я прям переживаю. Хотя пока что идет прям, ну, очень уверенно. Забирает бочинку на всякий пожарный. Хотя я вижу, что можно было ехать по прямой, ничего бы там не случилось. Молодец. И у нас остается Тирана. Интересно, Саня даст нам сды или нет? Хорошо. По красоте. Все тормознулись. Ох, как глубоко-то, а? Да, тут, конечно, блин. И самое интересное. Вообще ничего. Ну тебе да, я на пузике вот там буду качаться. Хороший такой спуск и довольно эффектный подъем. Резкий. Давай закопаем всю потазовку. Заезжает Грант. Блин, переживаю за него. Да Волынка проезжала, Серега. А, Грант длинный, а здесь очень такой конус. О, вот о чем я говорил. Вот о чем я говорил. Он на брюшко подсел. Сейчас. Нет, не рви. Там брюхо. Повис Гранд на том выступе, о котором я говорил, что для длиннобазовой машины жестко там будет. Сейчас будем стягивать. Кто-нибудь подъедет, да потянет просто назад. Попытка номер два будет? Ждем эвакуацию. Крадется Саня на Тирана. А передок не работает, Юр. Юр, если бы он передок подключил, он бы слез. Ну, я вангую, что тянет. Пошел. Все, отлично. Сейчас отцепят и на бис, попытка номер два. Бугорок чуть-чуть все-таки подъелся. Закапывается, он просто закапывается.
нужна динамика. Я не знаю, почему Юра боится подключить передок. А что перед не работает? Нету передка, и на заднем приводе он там сидит. Так, Грант у нас остался без переднего и уже без заднего привода. Сейчас будет эвакуация, и потом будем разбираться, что с ним случилось, что накрыло, что не так. Ждем, пока подъедет Саня, и лебедочка его вытащит с этой ямы. Вот так, по колюжам ехал, а выехать с Калийки на вот такой грязи, которая залипает на колесах, сложно, сложно. Грязь, разрушенный песок. Сдает назад. Саня все перекрыл. Пойдем посмотрим, что там у него за проблемы. Вот так вот, замылился. Так хорошо до этого шел. Глина, да, облепила колеса. Там накопал? Похоже, сидишь. Ну вот я всегда говорю, что глубокие лужи, они выглядят красиво, эффектно и все. Но эта вода в лужах, она моет протектор машины, и машина лезет. А вот такие места, где воды нету, а именно грязь или глина мокрая, и протектору умыться нечем, они намного сложнее, чем глубокие эти броды.